Всем привет, вы на канале Темный Рыцарь, меня зовут Дима. Я продолжаю про критику Watchdog Legion. Мне почти 9-я часть игры под названием Дом, милый дом. Я желаю всем приятного просмотра, дорогие друзья. Миссия обещает быть прикольной, классной и интересной. Предыдущая миссия была неплохая, а вот это еще лучше. Да уж, блин, ноль пока еще не доверяет нам полностью, как в принципе и мы ей. Думаю, вот эту миссию, когда мы пойдем, она наконец-таки доверит нам и скажет нужную для нас информацию про группировку, организацию на любой день. А может быть она и есть, может быть она и работает на организацию на любой день. Пока неизвестно, пока вроде бы она нас не подводила. У тебя прикольные часы, Биг Бен, ее альбион получится захватили, видите, часы эти, а? Под свой контроль взяли, а? Тачку и классную взял, друзья. Ночной Лондон красивый город, правда улички тут неудобные, да. Погоня в Лондоне снимать не очень удобно. Самое сложное, мне кажется, это согласен, да, есть такое. А вот один человек говорил, да? Я с ним полностью согласен, а. Сейчас, друзья, быстренько до миссии доеду. Поищем ее дом. Тут игра на нем дом явно такой крутой будет, а. Ух ты. Ага. Машина агента 007. Кстати говоря, у меня есть в команде два шпиона. Кстати говоря, у меня еще есть новый чел в команде, а. Надо будет потом в следующей миссии за него сыграть. Вот. Сейчас я быстро покажу. Вот он. Не-не-не. Где? Вот он. Пчеловод. Я, получается, его не в миссии заливал себе в команду. Прикольно было. Миссия у него, получается, надо было спасти его. И он потом, бах, к нам в команду вступил. Прикольный боец. Сейчас я... То есть я быстро технологии прокачаю себе. Так, что же нам пригодится такого нового здесь? Так, это что у нас? Бронекомплект. Бронекомплект. Ого, нифига себе, прикольно. Это что? Так, позволяет управлять... Ух ты! Космическим дроном. Нифига себе, круто, круто. Так, ну это не особо нужно. О! Нелетальный пистолет-пулемет. Прикольно. Боевой паук. Повышает... Ого, вот это вот круто. Вот это я хочу сделать пауку. А. Давно хотел. И получается так... Это не знаю. Маскировочку хочу прокачать, а. Ой, реализуйте противника с большого расстояния. О! Вот теперь круто, а. Вот теперь классно, так. Данные, так, магазин. Кстати, я потом хочу поиграть наконец-таки с Эйден Пирса, только не знаю, этот сезон пас сейчас работает уже или нет. Тут я что-то не вдупляю, а. Как именно? Приобретено понятно. Погасить код. А, как мне сыграть за него? Я хочу очень сыграть за Эйдена Пирса, а. Но как именно, не могу понять, а. Это просто прикольный, классный персонаж. Фух, так, все, друзья. Теперь погнали нашу миссию выполнять. Спасибо огромное вам все за поддержку. Реально, теперь ты уважух. Я очень рад, что со всеми вами подружился, блин. Очень-очень рад. Приятно, хорошие друзья. У вас классные, прикольные... Блин, канал, вы прикольные, классные игры проходите, делайте прикольненькие, классные обзоры, не только на игры, а вообще просто молодцы, кто вы реальные красавчики, а. Эксперты уважу к вам всем, друзья. Я, правда, очень рад, что с вами со всеми подружился, а. Так, друзья, мы к миссии с вами подъехали почти. Сейчас она будет машину нашу классную. О, какое совсем неподозрительное здание. Владелец компании Carcani Medical, но есть записи о том, что подвал вырыт за счет Брокотек. Похоже, это лондонская резиденция Ларсен. Она опустела 2 года назад, когда Скай перестала появляться на публике. Наверное, стоит по-соседски наведаться туда, да? Тачка охеренная. Нифига себе, сразу получается дом нашел ее. Так быстро. Я в шоке, друзья. Я молодец. Реально красавчик, а. Честно, друзья, огромное вам всем спасибо за поддержку, а. Надеюсь, вы придете на мой сегодняшний стрим по Fallout 4, а. Реально будет классно, а. Так, дон. Так, тебя мы не взломаем. Он пока недоступно получается, можно взломать его, да? Да. Так, сейчас мы его взломаем. Осмотримся. Внимательно полазим. Опа, ключик. Надо будет по-любому его как-то добыть. Только такой неплохой домино. Охренеть домик, а. У меня тут небо такое с моей семьей. Было бы вообще круто. Я бы все обогрел Халика, пускал бы они гуляли бы, тут играли бы. В общем, было бы классно. Так, скачать данные. Скачиваем потихонечку, что нас здесь спалили. Я вот думаю, как зайти к ним. Шумно всех налево и направо поубивать. Или бесшумно. По-тихому. Ой-ой-ой. Так, все, доступ есть. Хорошо, так. В принципе, тут больше у нас
Нам наш робот не нужен. Тут, в принципе, мы везде полазили. У тебя ночной он, да, правда, красивый город, а? Тут дофига чего прикольно. Ой-ой-ой, все-все-все понял. И парк неплохой такой. Вот тачка моя охеренная стоит. Правда, название машины. Как машина называется? Блин, только я английский плохо знаю, а? Тачка классная. Позор мне. Так, все, друзья. Так, теперь что у нас? Что как? Нам тут еще взломать нужно. Ой. Разберитесь с дроном. Ой-ой. Так, все, замок я отключил. Ах ты, зараза, а? Так должно быть? Типа он получается у нас... Так, ну по-любому нужен наш дрон, а? Так. Не-не-не, опять дубль 22. Так, ну теперь нужно, получается, с помощью дрона взломать. Вот что как. Ясненько, только нам... Ого! Нихера себе, сколько придется взломать. Да уж, люблю я в этой игре взломы, а. Обожаю просто. Так, подожди, Димка, ты неправильно все делаешь. Такушки. Опа. Как-то у нас тут замудрено все. Так, ну это, скорее всего, не так, как я думал. Вот что как. Так. Ух ты. Так, тут получается у нас замки, замок. Так. Сейчас, друзья. Надеюсь, вам понравится мое прохождение. Хотя что глупо просто зарежу нравится, а? Вы же хорошие друзья. Ну, конечно, танки вам не очень понравились, я вот стримил, блин. Ну, некоторые понравились танки, а некоторые нет. Ну, в любом случае, всем спасибо вам за поддержку, а. Я так, в принципе, и думал, что танки, ну, не всем заходят, а. Ну, друг попросил поиграть с ним. Вот я решил полезно с пятницы вместе с другом поиграть и стрим записать. Так, как же нам взломать? Правильно. Вот в чем вопросик, а. Сейчас надо подумать. Так. Так, подожди. Тут получается у нас какой-то... тут у нас по времени. Тут у нас по времени. Теперь я все понял, а. Так, ага. Не, по-любому все надо так сделать, так. Ой. Ах ты ж, зараза. Сейчас. Я не пойму, где эта фигня идет, а. Все. А вот теперь я все понял. Вот теперь я понял. Вроде бы. Хотя нет, она не работает, как я понял, понимаю. Как я понял, друзья. Ну, вроде бы я думал, что понял. Она не работает, как друзья. Она получается не взламывается. Она, видите, как замучена все, друзья. Ну тут у нас все закручено, заверчено, задолбано. А почему она не хочет открывать? Почему ты не хочешь? Вот что как. У нас даже так все задрюкано. Так, а тут у нас еще... По-моему, у меня получилось, друзья, взломать. Да, я наконец-таки взломал. Так, да, потребовалось, конечно, больше времени, чем я думал, но... Ай, зараза. Поспи немного. И есть. Так, все хорошо. Так, спасибо, дрончик, ты нам больше не нужен. Так, отпускаем тебя. Типа он тебя пытается взломать. Так, ну теперь нужно как-то залезть. Так, как... Блин, зараза, что, опять дрон придется, что ли, брать? Да нет. Эй, подождите. Нет, друзья, извините. Сори. Есть, так. Я просто немного не понял. Ну что, опять нужен робот, что ли? Там кто-то есть. Да ты чё, блин? Просто он эту фигню замутил, а.
Хочу попробовать, я могу зайти, получается, сейчас. Не, опять же, ни хрена. А если точивой, точкой тоже нет. То ты каким образом туда попасть? А, так. Значит, на поле боя наш робот нужен, да? Опять его. Так, и что получается? Нет. Так, а где еще вход есть, а? А, мне кажется, я понял. Узнаем, кто. Так, мне кажется, я пойму, как это замутить. Хотя, на самом деле, друзья, я пока не пойму, как войти туда, в особняк. А, вот чё как. Вон, а чё. Всё, друзья, я нашел наконец-таки вход. Стоит мне сказать, типа, что я не пойму, куда идти, я тут же нашел вход. Вот круто, а. Вот молодец. Цель может быть где угодно. Да-да-да-да. Ты совершенно прав, чувак. Бай, баюшки. С одного удара вырубил его. Сейчас, друзья. Давай, давай. Все-таки мне очень нравится этого персонажа играть, а. Реально классный. Это Скай Варсон умная бобина. Богатейшая такая стучка, как я знаю. Добро пожаловать, Скай Ларсон. Приятно видеть тебя после столь долгого отсутствия. Просто подыграй, Скай. А смотрите, дом Скай. Ух ты, да, я понимаю, почему миссия называется «Дом, милый дом». Она на самом деле такая неплохая миссия, такой классный, прикольненький домик, блин. Точно, нам бы такой дом с моей семьей вообще было бы шикардосно. Вот конечно было бы, еще бы за нас бы платили. Возможно, музыка поможет тебе расслабиться. Что ты хочешь послушать? То, что не мешает думать. Скай, ты достаточно давно не работала в лаборатории. Я бы хотела снабдить тебя актуальной информацией по важным проектам. Пожалуйста, спустись туда, когда будет время. Экскурсия в личную лабу Скай Ларсон? Слышь, так нечестно. Прости, Скай. Боюсь, мне пришлось избавиться от скоропортящихся продуктов. Заказать доставку? Нет. Блин, робот даже не понимает то, что это не хозяйка. Да уж, блин, ну... Домик, правда, крутой. Прикольно было бы, если мы еще за коммуналку не платили бы, а за нас бы платило бы государство бы, и мы на халяву бы жили бы. Это было бы вообще круто, а? Так, надо, получается, в лаборатории, да, попасть. Сейчас мы быстренько... Лифт заблокирован. А, его можно разблокировать? Не, облом, да? А, как его разблокировать? Слушай. Помощница, разблокируйте лифт, а? Реальный дом такой, правда, неплохой. Я, конечно, знаю, что там много мечтаю, но это прикольно было бы, друзья. О, вот что как. Сейчас мы... Если у тебя есть претензии, я могу связаться с техподдержкой Брокотек. Не, все хорошо. Все прекрасно. Я же Скай. Скай Ларсон. Ключ получен. Лифт разблокирован. Доступ в подвал открыт. Спасибо, помощница. Вам, друзья, спасибо за вашу поддержку. Реально спасибо, что вы поддержите меня на моих прохождениях, в моих стримах. Вообще спасибо вам. Ссылочки на моих... Не хотела бы ты зайти в лабораторию? Не хотела бы ты зайти в лабораторию? Не хотела бы... А, я заклинила. Ссылочки на моих классных друзей налево, на Антона, на Рому, на Джокера будут в описании. Они реально классные друзья. Подпишитесь на них, а. Они с большим удовольствием. И позже завести себе новых друзей. Они, правда, классные видеоролики снимают. Я очень рад, что с ней подружился. И с вами тоже, друзья. Ого! А тут, правда, красиво. Вау! Добро пожаловать. О, это... ни хрена себе. Вы тоже это видите? Так глубоко сигнал не проходит. А значит, тебе придется самостоятельно добывать данные. Дома под домами. Я думал, так бывает только в книгах. Вау, блин, да, реально круто замучено все. Получается, мы спустились в подвал. Я воссоздала часть твоих прошлых экспериментов. Надеюсь, это будет полезно. Вау, Скай Ларсон гениальная бобина, девушка. Дверь заблокирована. Требуется код доступа.
зараза. Не хочешь ли прогуляться по саду, Скай? Конечно, хочу, а. Так это не код доступа случайно, а? Что ж, труп нашелся практически незамедлительно. Ада? Как Ада Лавлейс? Мило. А, собачка. Жалко собачку, а. Честное слово, жалко. Так, нам нужно найти с вами, друзья, дорогие, код доступа, а. Может быть, он тут будет, а? Ух ты, прикольно только. Вау, реально классная миссия. А вот что такая зачка? Опа-опа, это не код случайно ли, а? Так, больничный браслет. 4531. Может быть и код. CTOS AR. Data reconstruction in progress. Сейчас попробуем, друзья. Кто-то оставил код на браслете. Возможно, он подойдет к замку на парадной двери. Давайте попробуем. Введем наш найденный код. А, круто. CTOS AR. Data reconstruction in progress. Нейрокартирование абсолютно безопасно. Ты меня не слышишь? Я же сказала нет. Разговор окончен. Я была в гараже. Видела, что стало с Адой. Ада жива и здорова. Это разве жизнь? Скай, откуда у тебя эта безумная идея? Я тебе что, очередное кошмарное творение? Что? Я безумна, да? А как интересно я такой стала, мама? Скай... Послушай меня, это не тебе решать. Я запрещаю. Я все еще твоя мать. Да, уж интересно, мы инфу узнали об этой скачке. Она не такая хорошая, как показывает себя. Может быть, даже она и очень плохая. Так. Ух ты, разбитый кубок. Нифига себе, Скайварсон, ярмарка для... Десятиклассников? Блин, она реально гениальная девушка. И очень опасная, как я понимаю. Может быть, она даже свою маму убила. Или собаку свою. Все возможно, а? Прости, Скай. Боюсь, мне пришлось избавиться от скоропортящихся продуктов. Что-что? Прости, Скай. Что-то ее робота клинит, а? Так, детский рисунок. Моя семья, автор неизвестен. Ну, это, скорее всего, Скай нарисовал. Это, в принципе, логично, а? Так, задание. Ага. Понял. Это что у нас? О, прототип. Так, это у нас ненужная вещь. О, зафига, рисунок такой красивый, детский, а? Она классно рисовала. И домик, в принципе, он неплохой. Домик в домике. Почему-то мы на лифте спустились, бах, попали в сад красивый. И дом прикольный, а? Не показать, там собака. Имя особи – Ада. Вид – Бордер Колли. Статус после нейронной загрузки – жива и здорова. Твою мать! Боже, как можно сделать такое с живым существом? Она получится из получится... душу собаки, ну или что-то такое в этом духе, получается, переместила, разум собаки переместила в робота, в паука. Охренеть. О, так, хорошая девочка. Жалко собаку, а. Так, собачий ошейник с надписью «Ада». Капец, она чеканула собаку. Просто на ужас, что сделала собака. Сделала ее роботом. Это капец. Хотя я, конечно, понимаю, что собаку, когда потеряешь, хочешь вернуть ее, это я могу понять, а? Да, реально могу понять. Но это пипец на самом деле, а? Так бы я точно не поступил бы. Реально. Такая тачка такая плохая. Не хочешь побывать наверху? Наверху. Много воспоминаний. Хочу, хочу. Тут и так много воспоминаний, только даже красивый и классный дом, а. Реально, не удивило. Дом в доме, еще и сад, а. Красивый сад и дом такой неплохой, а.
Классненько. Сейчас, друзья. А смотрите, коттедж. Ага, это коттедж. Ух ты, неплохой коттедж, а. Хочешь вздремнуть? Я могу приглушить освещение. Спальня Скай. Все слишком нормально. Да, я с тобой согласен, его так него не бывает. Фото Скай и Шейдов. Фотография Скай и ее матери на фоне одного дома Скай. Ух ты, нифига себе. Прикольно. Реально класс. Такая... И она очень маленькая тут, а. И мама ее еще живая. Мне кажется, мамы уже нет ее в живых, скорее всего. Может быть, она и убила ее, а. Все возможно, а. О, пицца. Ух, люблю пиццу. Еще и пончик давно уже лежит лежащий, а. Картошка фри получается, кофе, а, кексик, или старые компы. Так, запись от руки. Скай, простишь, твой кубок разбился, я нечаянно, наверное. Нечаянно, наверное? Так, нечаянно или наверное? Как-то неопределенно. Ух ты! Блин, а это что у нас такое за сучка-дучка? Опа, золотая собака, наверное, собака всего ада участвовала в каких-то собачьих соревнованиях и побеждала. А комнатка такая неплохая у Скай. Цветы... А, цветы же не настоящие, искусственные, поэтому они не пропали, а? А миссия правда такая интересная. Надеюсь, правда, ноль окажется хорошей и поможет нам с поисками на любого дня. Организация на любой день. Ух ты! CTOS AR. Data reconstruction in progress. Нет, не надо. Как ты смеешь? Вот. Все хорошо, правда? Как ты смеешь? Все под контролем. Я здесь, ты дома. Нет, это не дом. Это... Очень жалко, что мама, похоже, ее умерла. Честно слово, жалко маму ее. Я понимаю, что это игра, друзья, но тем не менее, жалко. Так, шкатулка со шкатулка с ускорителем. Сильнодействующее седативное средство, подобное лекарственным препаратам, широко использовалось в конце. Ах, блин, зараза 19 века или 11 века и считалось средством от всех болезней. Ух ты, нифига себе. Блин, я не помню, какой это век, я не помню. По-моему, это 19 век, если не ошибаюсь. А. И, да-да, по-моему, 19-я. Шкатулка с ускорителем. Так, ушки-ванушки, тут дофига этих прибольных, ну, панелей с всякими анализами, видите, получается, датчики жизни, все такое. В общем, да. Не хочешь пойти вниз, к другим, присоединиться к другим? А к кому именно другим? Вот здесь тут еще есть, кроме собаки и робота. Так, тут я был, это ее комната, это получается тут мама ее была. Тут получается мы пока попасть его не можем. Где код для этой двери? А, где код? Ну, думаю, мы с Бэгли найдем код, но не сейчас. Может, мы сейчас, мы, может, мы найдем его внизу. А дом, правда, неплохой. Может быть, она и с мамой своей сделала какого-то робота, как и собаки. Ну, переместила его разом. Очередное кошмарное творение. Не нравится мне это. Согласен. Бэгги, есть мысли, что это такое? Согласен с Тирном. Мне тоже это совершенно не нравится. Уж очень тут жутковато, а. Так, ушки. Открытка, надпись, да. Здорово, приятель, желаем, что твоя операция прошла успешно. Мы
тебя любим, засранец А плюс Н. Классная открытка. Цепушки. А что это у нас? Ух, текстовый файл, запись хранилища данных. Давайте выясним. А, нет. Все. SAR. Data reconstruction in progress. Вот что как. Нейрокартирование завершено в 13.27. Смерть подопытной наступила в 13.29. Распад произошел через 2 минуты. Это значительно лучше, чем на ранее. Считай, тебе повезло, мама. Начнем удаление нейронов. Она больная дура. Мама считала подопытной, сучка. Планшет слишком сильно поврежден. Бэгли не сможет извлечь из него данные. Кто-то следит за вами и знает, что вы подобрали его. Нифига себе, это просто, скорее всего, это тварь, Скай. Так, куда же нам дальше пойти? Скай Ларсен, входим в свою комнату. Ух ты, хорошо. Тут, получается, видели, друзья, план Лондона. Тут все тут дома, все вообще аттракционы. Это получится какая-то башня непонятная. Тут получится так, взлом, текстовый файл. Так, текстовый файл. И последний текстовый файл. Получится тут подопытные были. Видите, она людей, получится, убивала. Искать опыта на них проводила. В общем, больная тупая дура. Так. Ух ты, набор персонализации. А, не нужна нам это. Так, задание, данные. Получается, это не то. Так. Где же наши данные? Тусовка, ха-ха, не то. Так, башня. Так. Это тоже не то. Там нам были именно. Так, бэк. А, баг. Новые технологии, новая ложь. Так, баг увидел сообщение. Нет. Так, где же это? А, вот оно что. Так, ну это мне не нужно. Ладно, в принципе, на самом деле, друзья. А, во. Вот оно что, как. Досье, ух ты, нифига себе. Возраст 77, выполнено, помещений нет. Так, возраст 36, профессор, консультант в области авиации, 36, подопытный. Так, 40, профессия, медицинский техник. Картированно выполнено, ух ты, ёб твою мать, она вообще капец, ужасная тварь. Профессия, таксист, возраст 29, Морган Букерс, Керман. Ух та. Это Скай была еще той тварью, а? За маму ее, блин. Я бы ее кокнул бы, а? Что она своей мамой сделала и собака, а? Процедура удаления нейронов. День первый. Подопытная Шинейд Ларсен. Активация начата. Как же нам присесть, чтобы не... Где я? Я не вижу. Объект в сознании, что подтверждает мои наблюдения. Нейронная карта работоспособна. Как же нам сделать, чтобы хорошо это видно? Сейчас начнем удаление строк кода. Что? Зачем? О боже. Ты ослушалась меня? Довольно, мама. Милая, не надо так с мамой. Дай мне умереть. Прошу. Ты в меня не верила. Теперь поверишь. День второй. Код мотонейронов бесполезен. Ctrl-A удалить. Мне плохо. День 12. Лимбический код пока оставим. Эмоциональный отклик увлекателен. Прошу. День 20. Переходим к лобной доле. Моей новой системе безопасности совершенно незачем будет мыслить. Скай, прошу. Знаешь, как это больно. Височная доля. Деградация речевых функций. День 29. Итак, удаляем лимбический код.
Чем я могу помочь, Скай? Включи и выключи свет. Хорошо. Включи музыку. На мой вкус. Славно. Думаю, система будет работать как надо. Как считаешь? Черт. А я ведь пошутил, когда сказал, что так бывает только в книгах. Вот как она действует. Берет полностью смоделированный разум человека и убирает лишнее. Как-то не по себе. Прошу, помоги мне. Да. Говорите с ИИ. Ты не обозналась. Специально впустила, чтоб я все увидел. Да. Здравствуй. Я не знаю тебя. Я не вижу. Я боюсь. Скай, знаешь, где ее искать? Да. Нужна твоя помощь. Я не хочу жить вот так. Да, Скай. Безумная. Знаешь, как это больно. Так. Да, я... Кажись, понял. Тебя надо убить. За это ты скажешь мне, где Скай. Да. Дай мне умереть. Прошу. Как? Да уж, капец, а. Освободите мать Скай Ларсон. Я так понял, что это мама ее. Она разум ее внесла, получается, в голос робота. Дом-помощник. Из нее сделала дом-помощник. Получил координаты и сообщение. Спасибо. Мы можем наконец уйти отсюда. Да, Берри, и поскорей, потому что мне самому тут не нравится. Даже очень жутковато. Это Скай Ларсон, еще та сучка. Так, а вот, все. Сейчас поднимемся быстренько. Только, правда, я код не нашел. Ну, чтобы тут в дверь попасть, а. Так, комната была. Если я не ошибаюсь, я, по-моему, сейчас быстро схожу. Наверх. Я туда не попал. А может сейчас попаду, а? О, теперь можно попасть. Да. Тут я еще не было. Записи о том, кто жил в этой комнате, повреждены. Ну, сейчас узнаем. Так, вот фотография Скай. Фотография Скай Ларсон с неизвестным мужчиной. И поза наводит на мысль о... Потому что они были близко знакомы. Ух, это либо, это скорее всего ее парень, наверное, а? Уж точно не отец, уж дюжи он молодой слишком, а? Чтобы быть ее отцом. Открытка. Угу. Так, это мы прочитали, это мы тоже прочитали. Это кубок. Да, ошейник собаки. Фотография ее с мамой. Фотография получается ее с парнем или женихом. Так, это наша шкатулочка. В принципе, мы все, что нужно было в этой миссии, нашли. Фотография Скай и вопросик. Скорее всего, я думаю, это ее жених либо парень. Ну, да, парень. Это, в принципе, одно и то же. Но точно не отец. Так, мы, в принципе, с вами везде полазили. И думаю, поскорее сюда свалим. Ну, конечно, хороший, но хозяйка, конечно, у него, ну, Скай плохая, что она сделала своей собакой Адой, возможно, еще и с мамой. Это непростительно, надо будет ее наказать. А вот, кстати, гайстат у них неплохой и коттедж красивый. Датсек, вы там? Ноль. Я наверху. Будешь готов, поднимайся. Окей, окей. Так, Ноль вроде бы с нами хочет поговорить, опять же. Может быть, наконец-таки лицо к лицу встретимся, а не только через камеру. В общем, миссия получается, друзья, интересная и очень жутковатая.
Лучше называется век технологий. Ну, я имею в виду в игре. Что она, честное слово, ждет вас мама, я был в ахере. О, наконец-таки. Ты знала, что мы там найдем, так ведь? Да. Ее мать умоляла меня. Но я не смогла. Теперь ты видишь, что на кону. Рассвет вот-вот стартует. И если это случится, тысячи людей ждет тоже. И погибнут не все. Скай сможет пытать их вечно. Ее мать или что это было, сказала, где Скай. Правда? О, это круто! Ну, сделаем это. Предоставь это нам. И прикрой. Ясно. Да уж. Так, все для тебя хорошо. Сейчас мы... Опа, так. Миссия завершена. Это все круто, друзья. Сейчас мы быстренько... Опа, так. Следующая миссия будет называться «В пустоту». Прикольное название. Так, ну, сейчас... Что ж, операция, которую мы задним числом назвали «Коллективная травма от похода в подвал Скай Ларсен», успешно завершена. Я завершил дешифрование. Тогда за дело. Смотрите-ка нам видеосообщение от Скай Ларсен. Давай посмотрим. Не знаю, кем вы себя возомнили и что, по-вашему, видели у меня дома, но предупреждаю, не лезьте. Рассвет — дело моей жизни, и я не позволю каким-то дилетантам отнять его у меня. Я выслежу вас, и поверьте, ваша жизнь станет невыносимой. Мне это под силу. А вам? Как она нас нашла? Ларсен построила умный дом, управляемый интеллектом ее матери, но вы все равно способны чему-то удивляться. Может, ее мать это заслужила? Моя так точно. Она напугана. Иначе зачем угрожать нам? Правильно, пусть боится. Пришли координаты. Так, ну эту миссию мы уже выполним в следующей, как говорится, 10-й миссии. Да, друзья. 9-я миссия была офигенная. Я сейчас думаю, может быть, еще выполнить. Я думаю, друзья, напоследок я быстренько завербую кого-нибудь себе в команду. Еще, да. А может и нет. И завершу миссию. Сейчас посмотрю. Нет, знаете, что я лучше сделаю? Так, в принципе, я думаю, кажется, сейчас в убежище наше спущусь. Да. Во. Перед тем, как я пущу в убежище, я завершу нашу миссию, 9-ю, под названием «Дом, милый дом», в скобочках «Безумная Скай». Прикольно я так придумал. А я, друзья, быстренько выполню борьбу с пропагандой. Во. И, да, наша миссия следующая будет, в принципе, недалеко находиться. Потом мы ее поищем. Эту Скай. Так, Сточилу возьмем. Гелик, если я не ошибаюсь. А Сточилу, это еще кто-то пропал, а? Она реально офигенная была. Так, музыку я выключу. Авторка прилетает. Так, сейчас, нет, тут, в принципе, их недалеко особенно. Сейчас быстренько получим по улицам. Мы все и доберемся. Ее еще один гелик. Ну, если я не ошибаюсь. Вот, тачка прикольная. Так. А, все, так. О. Тут у нас есть потенциальный рекрут. Стоит присмотреться. Отмечу на карте. Ух ты. Спасибо, Бегли. Может быть, и присмотримся. Да, наша миссия, друзья, еще не завершена. Тут столько магазинов, снова одежда. Ух ты! Тебе нужно будет одежду прикупить новую. Сейчас я быстренько вылезу с нашей прикольной тачки. Вот тут красиво, вау, а. А, это голова Альбион. Щитот мудила. Так, опа, магазин одежды. Что тут можно прикупить? Так, давайте посмотрим, а. Я давно хотел себе штаны прикупить. Так, гардероб. О, тут у нас шортики. Не, шортики, конечно, и хорошо, но не. Воздержимся от них. Тут ничего такого интересного. Так, оттуда у нас что такое? Тут вроде бы, мне кажется, тоже неинтересно. Так. А, типа такие штаны. Но они неплохие. В принципе, 300 стоят. Можно, в принципе, взять. Да. Так, это у нас еще... О, вот это неплохие такие штаны, 340, они такие, даже сказать, моднявые. Так, теперь одежда сверху. Так, прикупить бы что-нибудь новенькое нашему герою. О, неплохой такой плащ. А, какого же цвета взять нам плащика? Так, серого. Ну, думаю, вот этот мы цвет возьмем, хотя... Вот такая, йоу, какая куртка. О, это вообще у нас имба.
Так, ну дороговато имба, хотя я свой герой не дешевлю, поэтому куплю. Так, теперь нам осталось купить себе... Так, для рук. Что же можно нам купить для рук себе? Перчатка, типа, я агент. О, с флагами. Прикольно. Так, головной убор. В принципе, у нас и так хороший, поэтому нет, кепку я иметь не буду. Она мне нравится, моя. Очечки. Так, очки у нас тоже, в принципе, неплохие. Ой-ой-ой. Ладненько, в принципе, я все, что хотел, прикупил. Да-да, в принципе. Ух ты, сука, а. Цель в вашем секторе. Возможно, вооруженное беги. Дайте, я моего героя прикуплю. Прикольный классный костюмчик, а. Сейчас быстро выполню наш контракт. И пойдем. Правда, ну, ладно, топ-миссию. И завершим уже. Да, вернемся в отсек и завершим миссию. Так, как тут надо попасть, а? Опа, ЗО. Так, ушки. Грузовой дрон. Ух ты. Вас могут обнаружить. Так, ах ты сволочь. Молодец. Одежда, правда, прикольно прикупил. Так, я туда почти попал. Сейчас опять же. Другим патрулям. Видели нашу цель? Прием. Эх ты. О, грузовой дрон. Он мне сейчас пригодится. Не спать. Да, дабы, чтобы я не использовал мой другой героин, который ими управляет. Я хочу этим героем поиграть. А в следующей миссии, друзья, поиграем либо за этого героя, либо за пчеловода. Вот, думаю, за пчеловода. Так, давай. Ой-ой. Все, выси. Покида, сука. Замечен взломанный дрон. Так, освободите район. А это плохая. Это же плохая фигня. Очень даже. Сука, чуть не убил нас, а. Ублюдок, а. Так. Данные. Так. Кто-нибудь видит цель? Так, непосредственный доступ, надо полюбой сюда, да? Так, мы можем паучка нашего пустить, а? Сейчас все будет, правда, надо будет найти, как, чтобы он туда попал, замутить. Поиск ни к чему не привел. Возвращайтесь так, на базу. Сейчас, друзья, давай. Так, грузовой дрон нам нужен был, чтобы мы попали сюда, ну никак не туда. Так, сейчас я уберу пистолет. Так, теперь нужно найти, кажется, место, чтобы паучок. Ага. Я как бы понял, что там. А, вот что как. А как того паука замутить? Я просто не могу понять, где еще есть этот вход, вариация пауку. А, вот что как. Все, друзья. Так, теперь сейчас мы паучка запустим. Да, сейчас паучка. Давайте. Так. Нет, ЗО, контроль. А, он сам все делает, да, я забыл, а. Сейчас, друзья, мы все замутим, а. Дигай, прикольно тебе пауком управлять, мне нравится, а. Как он так делает, это все прикольно, а. Особенно я с помощью него еще тебе их убивал, а. А, можно было так замутить, а. Ну, у меня есть, собственно, вот паук. Так, теперь. Так, я же не думаю. Не, как-то по-любому надо туда попасть. А, так, тут не пойти, тут камера. Так, я же не просто так попал сюда. Тут у нас вызвать бот-паук. А у нас что, у нас тоже бот-паук. Так, может быть, не туда вход? А тут, в принципе, мне кажется, только один вход. Не-не-не, что-то не то. Что-то не то, друзья. Надо как-то сейчас подумать, а. Такушки, давай. А, ну, допустим. А он такой же. Привет, собрат. Привет. Так, непосредственный доступ. А смысл тогда паука? Не пойму, вообще не пойму. Как бы говоря, смысл паука, если ты все равно его нельзя использовать.
Может, типа другой вход есть, хотя какой-то идиотизм получается. Ну ладненько, будем другой вход искать. Раз тут невозможно, пойдем другой, поищем вход, а. Появился вход где-то есть, это логично. Я думаю, он тут, а он получается, походу, не тут. Может, он с другой стороны? Сейчас. Сладенько. Пока нашим героям. Да, паука вернули. Так, хотя, мне кажется, тут, в принципе, больше негде, на самом деле. Просто тут вход. Где тут вход? Хотя, может быть, тут не попадешь. Какая-то замученная технология задобки. Блин, не люблю я такие, на самом деле, задания. Непосредственный доступ. А если я так вот оно... Срочный вызов. Цель в вашем районе. Нет, так не пойдет, а. Дроны ведут преследование. Приближаемся к противнику. Ну, допустим, вот. Контроль. Тот же контроль. Ну, а как? Что? Что, где, когда? Ой. Скачательно замечена вооруженная цель. Да, сука. Ай, зря паучок, извини. Я просто зря, правда, не понимаю. Кто-нибудь видит цель? Кто-нибудь? Куда? Что? Как туда попасть? Так это затупался. Тут что, не доделали, что ли? Значит, походу, тут нифига не доделали. Ну, смысл я сюда лезу? Тут... Где тут есть вход? Мне кажется, паук, ну... Ну, допустим, я тут, я там. Вы поняли, повазил. Хотя, может быть, тут? Нет, тут тоже не вариация. И где тогда? Что нам делать, друзья? Я не понимаю. Это долбанутая миссия. Ну, вот это именно по пропаганде. Ну, если, это же пропаганда у нас получается, да? Борьба с пропагандой. Так, борьба с пропагандой. Освобождение мятежника. Ага, я понял. Вот только что делать, я не понимаю. Не, ну грозовой дрон у меня и так есть, а. Это же не поможет нам, а. Вот никаким образом, а. Освободи район, сместится по пропаганду Альбиона, чтобы улучшить репутацию Дельсек в этом районе. Я понял тебя. Только я не пойму, как это сделать. Допустим, ну вот, я управляю им. А дальше-то что? Я сломать не могу, это не могу. Только то, что я управляю. Вот смысл реально. Ну какой? Вот я что-то ничего не вижу, а. Вот тут у нас дрючка-штучка. Мне кажется, тут в любом случае не попадут, а только вызывать. Ах. Что ты какая-то борьба с пропагандой задолбанная? Так, ну дабы. Чтобы времени тратить, сейчас не получится мне это сделать, я выйду. В принципе, может быть. И потом получится, но сейчас эта тупость, мне кажется, не нужна, друзья. На самом деле, да. Ну, сами посудите, что это за хрень? Ладно, черт с ним. Я не хочу, честно, здесь спариться, вот никакого нет желания. Я в любом случае этот район замучу, но сейчас нет желания, честно, поэтому сейчас я, друзья, да, вернусь в Дельсек. И, в принципе, завершим свою миссию, на самом деле, да. Сейчас я в Дельсек перемещусь. С нашими ребятами поговорил и завершу нашу девятую миссию. А та фигня, блин, там мороки столько. Может, в принципе, там и легко. Может быть, просто я невнимательный, а. Просто сейчас... лень на самом деле, просто не хочется. Так, не слеживайте задание. А, точно, надо будет уничтожить ящик Кронос X. Ух ты, Кронос X. Надо будет его уничтожить по-любому. Да, думаю, сейчас, в принципе, друзья, и мы сейчас пивко выпьем за ваше здоровье и ваших близких. И да, на этом, в принципе, на этой приятной ноте, друзья, мы завершим нашу миссию. Тига, у нас уже больше становится в команде, а. Прикольный штаб у Дельсека. Ага. Ух, давайте, выпьем. И за ваше здоровье и ваших близких. Девятая часть под названием «Дом, милый дом». Ага. Завершено. Всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки. И самое главное, друзья, не болейте, не скучайте. Всем пока-пока. О, запускайте. Скобочка «Больная Скай». А что это вы тут делаете? Конец. Кино-то уже кончилось.